Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июня, и со вчерашнего дня я начала записывать видеосерию про огурцы, про то, что они любят, про то, что им нужно обязательно подкормки, что это не томаты, они не зажируют, им наоборот идет все в пользу, как поливать, как выбрать подкормку. И вчера я делала подкормку своим органическую, которую считаю самой лучшей, это зола и дрожжи. Но делала я тем, сейчас покажу каким, которые немного отстают, у которых мало зеленой массы. А вот этим тут наращивать зеленую массу не нужно. Но тут у меня другая проблема. Тут я как называю предчувствие недостатка калия. Что значит предчувствие? Это значит, что с ними все еще хорошо, но еле-еле уловимая вот эта вот светлеет кромка листьев. И это значит, что если сейчас ничего не предпринять, они у меня будут с желтой каймой. И это сигнал того, что им не хватает калия. Про калий вы, наверное, слышали или читали, или видели в роликах, что калий это такой же очень важный для огурцов элемент, как и азот. Если азот нужен нам для наращивания зеленой массы, вот для этих листьев, для всего, то калий нужен именно для... Как сказать, если не будет калия, у вас не будут образовываться плоды, у вас растение замедлится в росте, и недостаток калия всегда можно увидеть вот по светлой каемочке. У меня она еще не ярко выраженная, а потом она будет широкая, ярко-желтая, и вот этот некроз вот этих края листьев начнется, они начнут вообще засыхать, вот эти кусочки отваливаться. Это очень страшно. Если у вас нет... Вчера я говорила, что при подкормке золой мы калий в какой-то мере восполняем, даем питание вот этому огурцу. Но зола есть не у всех, и уже сегодня поступают вопросы, где взять золы, что делать, если нет золы. Если нет золы, есть магазинные средства. Я сейчас вот селитру калиевую развела. Видите, здесь калий, окись калия, калий 2О, 46%. Вот этим средством... Вы по инструкции прочитаете, можно поливать под корень, можно опрыскивать листья. Так как я вчера под корень полила, сделала органическое удобрение, сегодня я еще добавила опрыскиванием по листу вот этим вот калием магазинным. Это тоже считается подкормка калиевая. Подкормка очень простая, я сейчас покажу вам. Одной рукой сложно, но ничего страшного. Это не от вредителей, это не от болезней, можно... оборотную сторону листа не опрыскивать, а просто сверху, смачивая листовые пластины, вот все, что у меня останется, я разведу в 10-литровом ведре, и можно еще сделать подкормку в грунт, добавить, то есть к вчерашней, к зольному раствору, еще раствору вот этого вот минерального калия. Все, очень простая подкормка. Сейчас я положу бутылку и еще несколько слов скажу. Если огурцы испытывают калийное голодание, прекращается рост плетей, не увеличиваются, прекращается образование завязей, уже образовавшиеся завязи, которые вот появились, они могут пожелтеть, отсохнуть, отпасть, и калий нужно восполнять, особенно вот в период вот такого плодообразования и в период налива плодов. Калий так же, как томатам, огурцам тоже нужен. Если у вас нет натуральных подкормок калийных, не можете вы сделать, есть средства магазинные. Можете купить гумат калия, концентрат, но там нужно разводить по инструкции, нужно читать внимательно инструкцию и разводить. Потом вот эта вот селитра калиевая, которую я вам показала, потом еще... А, про золу хочу сказать, про свою. Вот я делаю подкормки золой, но если вы нашли у своих... огурцов недостаток калиевое голодание, то золой вы тоже не злоупотребляете. Нужно знать, какая у вас почва. Обычно рекомендуют не больше 3 раз за сезон, потому что большое чрезмерное употребление золы ведет к изменению кислотности почвы, то есть в сторону щелочной. Если у вас не сильно кислая, вот у нас кислые почвы в нашем районе, вот на моем участке, я золу могу применять без всяких там
предосторожностей. Но если у вас почва не кислая, то с золой нужно быть осторожным, несмотря на то, что это натуральное удобрение, это уникальное, там весь комплекс макро-микроэлементов, но про это нужно добавлять каждый раз. Я все забываю. Для меня зола безвредна, я и шпарю всегда, рекомендую всем золу. Так, еще есть какое-то средство калий-магнезия, то есть там и калий, и магний, но я не видела в магазине, если честно скажу, ни разу не применяла, но советы некоторые люди дают, что нужно применять калий-магнезию. И есть сульфат калия, это распространенное, оно в любом магазине. Сульфат калия поможет вам восполнить недостаток калия в огурцах. Можно делать корневые подкормки, можно делать опрыскивание. Там ничего сложного, так же как борной кислотой 15 грамм на 10 литров, например, растворяем. И такое же, как борное опрыскивание, также и калиевое или калийное опрыскивание, не знаю, как правильно. Любой микроэлемент можно восполнить путем вот этого опрыскивания. Я вот сейчас взяла селитру калиевую. И если в случае с томатами мы говорим, например, что кальциевая селитра при вершинной гнили может помочь, но нельзя ей злоупотреблять при томатах, они будут жировать, потому что это все-таки селитра. В случае с огурцами мы не боимся, что они будут жировать, и селитры мы можем применять. Вот калиевая селитра – это выход из положения, можно поливать, можно опрыскивать. Все. Для тех, у кого нет натуральных подкормок, можно воспользоваться магазинными. Все эти средства – какое-нибудь одно вы все равно найдете. Все, до свидания.